Ярмарки «Покупай Ярославская» ставят перед собой новые задачи. Важно не просто наращивать количество товаров, но и повышать качество. Председатель правительства области видит решение задачи в развитии местных торговых сетей и насыщении их ярославскими товарами. Снижению цен будет способствовать исключение посредников из цепочки, ведущих к прилавку. Институт контроля за качеством будет подключен к проверкам тех производств, на которые жалуются ярославские покупатели. Есть определенные и нарекания в этой части, и не все товаропроизводители готовы возить продукты на достаточно большие расстояния для того, чтобы эти ярмарки организовывать. Поэтому мы видим здесь проблемы. В ближайшее время мы на правительстве рассмотрим обязательно этот вопрос, что надо больше задействовать именно местные сети, и для того, чтобы минимизировать путь от товаропроизводителя до покупателя.